Peggy 18. Эрон Блэка. Местами кажется, что ничего не может сделать. Отлично! Красивый момент. Возможно, попадет у нас на следующую трансляцию в топы. Возможно. А возможно и нет. До сих пор очень нагло играет. И снова эта пяточка. Та-ра-на-на-нан. И снова она работает. Что? Это страшный сетап. Мы, даже когда я помню, что Флэт еще на первом сезоне изучал тоже рептилию, мне это показывал. Это работает просто шикарно, потому что там дополнительно еще... Грамотно бейтил. За 4. Отлично, ничего оказывается. Себе. Здорово, здорово, здорово. Это, конечно, момент. Ну, редкость. Казалось бы, так просто, да? Флэт ждет момента для того, чтобы сделать экшедоу-кик. И второй раз за игру, за эту встречу. Здорово наказывает Арзу. Конечно, готов. Он просто феноменально реагирует на шадоу-кик. Хил просто даже. А, даже так? Угу. Вот это, вот это интересно. Но это не то, что вы панишь. Он увидел маленькую... Не знаю даже, как назвать. Ой. То есть он знал, что в этом стринге двухударный есть маленькая пауза. Если первый не попал, то... Сегодня у нас Сокрон для любителей шоу. Это, конечно, большой подарок. Два инстанта подряд от Лара. И обычненько, я бы сказал, потому что инстанты он особо... Ну, он говорил, что тренирует. Мы слышали это в начале сезона. Но чтобы хорошо исполнял, мы этого особо не... Ничего себе! Ничего себе! Вы видели только что, что произошло? Нет, я был...